dvhub.ru. Когда на базе радиостанции 10 ватт мощности и радиостанции первой категории, в которую вошла наша станция, это уже 250 ватт. Значит, радиостанцию вот мы организовывали, это в свое время занимался комсомол. По решению комсомольской организации организовали любительский радиоклуб. Мы помогали воинской части оборудованием, предприятия помогали оснащением. И в конце концов в 69 году радиостанция наша вышла в эфир под шифром УА0ЦАВ. Потом шифр этот поменялся. Значит, постепенно такие же ребята, как и вы, приходили и были, собственно, международные соревнования, где участвовали и готовые уже радиолюбители сильные, которые владели в совершенстве и техникой передачи на ключе работы, и учили ребят этим. В международных соревнованиях присутствовало все желающие, чем отличалась коллективная радиостанция. И они могли связываться, что было интересно, с радиолюбителями всего мира. dvhub.ru.